Опираясь на свой опыт и знания многих лет, я составил тренировочную систему для каждого. 10 уровней сложности от новичка до невозможного. Все программы испробованы атлетами и гигантские скидки в честь запуска. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня будем снимать адское пекло 5-минутку на спину. Это будет жестко. Я сам написал себе адскую просто тренировку. И попробуем, конечно, сделать. Не знаю, хватит мне сил, но посмотрим. Поехали! Подтягивание широким хватом. Когда 40 секунд пройдет, скажи. Тяга, да, дальше? Тяга гантели в наклоне правой рукой. Тяга гантели в наклоне левой рукой. Отдых, да, там 20 секунд да. Должно быть. И дальше что? Подтягивание обратным узким хватом. Фак. Засек 20 секунд. Да, ну ладно. Господи. А приколись последние 60 секунд подтягивания широким. Нормас ты придумываешь, конечно. Вообще хорош. Короче, подтягивание узким хватом делается, обратным с выгнутой спиной. Давай. 40 секунд? Да, 40. Что там дальше? Статическое удержание тела на турнике. Это я так ближе не притяну. Хотя бы по чуть-чуть так немножко. Фу, широчайше забились. Сколько времени? Еще 20 секунд. Ух, господи, это сложно. И потом что? Подтягивание, да? Подтягивание широким плотным. Фак, 60 секунд, там уже 60 секунд будет. Да.
И вот тут, короче, придется одиночными поход, потому что это невыносимо. В жопу я спросил, посмотри. Да. Время уже? Да. О, черт. Ну, по чуть-чуть. Нормально. Отдыхать приходится, потому что уже все. И битки забились. Невыносимо. Сам придумал, фигли, сам делай. Сколько там время? Еще 10, 2, 3. 10-20. 10-20-30-40. Пустоны вообще на весь лес. Не, это очень сложно, без перерывов, вообще нереально. Если кто-то сделает, то он просто герак. Еще раз, все? Все. Нормально, короче, сами все видели. Последний подход, это вообще просто жопа. Вынос мозга, вынос мышц. Короче, попробуйте, если вы сможете, все без передышек сделать. Ну, в смысле, по плану. И последние 60 секунд продержаться, то вы просто монстр. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем выпуске. Пока.